Актер из сериала «Сваты» обругал Добронравова и Кравченко. Он не стал ничего скрывать и рассказал все, как было с его точки зрения. Сергей Калантай из пятого сезона «Сватов» рассказал о том, что российские звезды Артемьева, Добронравов, Кравченко и другие приезжали на съемки с уверенностью, что они господа, задирали нос. «Они так вели себя всегда», — говорит Калантай. По его словам, на съемках сериала «Сваты» тоже царили россияне. А подробности вы можете узнать в полном ролике на нашем канале.